Всему свое время. Всему свое время и свой срок всякой вещи под небесами. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать насаженное. Время убивать и время исцелять. Время взламывать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время скорбеть и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время удаляться от объятий. Время искать и время терять. Время хранить и время бросать. Время разрывать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войны и время мира. То есть, ну, рамки, рамки. Ну, вот он предлагает ему рамки. Пошли, редукцию такую. Ну, правильно, не задавай вопросы. Задавать вопросы, это все-таки какой-то все, всегда воздух. Потому что, ну, ведь человек, этот мы предлагаем сразу формулировать, то есть как, рамки. Да. Вот, хорошо, все понятно. Нет, просто он еще, понимаешь, дело в том, что не просто воздух вопросы, а он же обвиняет его в том, что он использует вопросы не по назначению. То есть цель Сократа, по его мнению, это задавая вопросы, заводить, ну, условно говоря, в тупик. То есть не поиск ответа, а победа над соперником. Ну, то есть... Нет, ты поучись все-таки у Фростимах. Нет, этим не отговоришься. Непонятно, потому что Главкон, может быть, он понимает, что ничего не светит Фростимаху. И поэтому здесь, может быть, как раз в сторону Фростимаха. Нет, здесь двойная ирония и над Сократом, и над Фростимахом. Это вообще-то какая-то третья точка. Ну, вы видели, я знаю. Ну как он? Ну, хорошо. Не, ну короче, это любопытная, на самом деле, очень точка, ну, вот этот момент. Ну, потому что, он как бы говорит, ну, ясно, что Фросимах, то есть Сократ как бы умнее Фросимаха, то есть тут вся ситуация такая, что Фросимах, ну, да, нестабильный, ну, как бы, в смешном немножко положении таком. И поэтому, ну, сказав, деньги есть, да, конечно, ну, как бы, да, мы даже найдем деньги, чтобы у тебя учиться. Это...